вам сейчас кажется, что вы сталкиваетесь с ним нечасто, вот, но я скажу, что вы этим живете. И этот вопрос будет называться «гнев». Ну, конечно, когда вас спрашивают, часто ли вы испытываете чувство гнева, вы говорите, вообще, ни разу такого не бывало. Это вот как Виктор Степанович, никогда такого не было, и вот опять. Вот. Потому что на самом деле гнев сопровождает нас постоянно, и это является очень важной такой психобиологической характеристикой, позволяющей нам модерировать свое собственное поведение. Вот. Но она нас разрушает. И вот, собственно говоря, про это я бы вам хотел сегодня максимально как бы сложно, но при этом понятно, но осмысленно рассказать.